Давай поужинаем сегодня. Can I take a rain check? Я перезвоню. Да погода же хорошая, что на меня динамит? Да. Сегодня дождя не будет. Ты что, будешь английский по Google переводчику учить? Историю знать надо. Ой, вы пришли бейсбол посмотреть? К сожалению, игра отменилась из-за дождя, но мы вам дадим такую специальную бумажку, по которой вы можете бесплатно прийти на любую следующую. Назовем это rain check. Конечно, никто никому никакие билетики не выдает. Выражение «Can I take a rain check?» переводится как «Давай в следующий раз». Таким образом, можно вежливо перенести встречу или аккуратно кого-то продинамить.